В маленькой китайской деревушке жил добродушный старик. Однажды он нашел брошенного щенка, когда работал на ферме. Малыш был грязным и очень слабым. Мужчина пожалел бездомную собачку, подумав о том, что все его дети уже выросли и уехали на работу в большой город. Он остался совсем один. Поэтому мужчина решил взять щенка домой. Старик забрал собаку, которая скоро могла умереть от голода и холода. Он хорошо ухаживал за ней, купал и кормил. Постепенно собака росла. С каждым днем она становилась крепче, сильнее и крупнее. Животное было очень благодарно старику за заботу. Собака часто помогала своему спасителю, делая все, что было в ее силах, когда старик занимался сельским хозяйством. Пожилой мужчина и собака всегда были рядом. Они очень привязались друг к другу. Связь между ними становилась все сильнее и сильнее. Неожиданная мутация, однако пес становился все крупнее. Он весил уже почти 300 килограммов. Примерно столько же может весить медведь встревоженный старик заподозрил что-то неладное, из-за страха перед какой-то болезнью, он отвез своего друга к ветеринару на осмотр. Но врач успокоил пожилого мужчину, сказав ему, что у собаки генетическая мутация, она не причиняет вреда организму. Услышав, что пес здоров, старик безумно обрадовался, а гигантские размеры четвероногого друга его не пугают. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал где найдете еще много интересного.